В Алматинской области начался пожароопасный период. В целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров и загораний департаментом ПЧС Алматинской области заинтересованными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс превентивных мер. Природные пожары представляют собой серьезную опасность для населения и экономики нашей страны. Так, с начала пожароопасного периода, по словам специалистов, зарегистрировано 2 пожара на территории лесохозяйственных учреждений и нанес материальный ущерб почти в 200 тысяч тенге. Отметим, что для проведения рядовых мероприятий из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесохозяйственных учреждений и акимата создано 6 мобильных групп, состоящих из 55 человек. По результатам рейдов к административной ответственности привлечены 2 нарушителя на сумму 73 тысяч тенге. Өрт қауіпті кезен ағымдағы жылдың 20 наурызынан 1 қарашасына дейін созылады. Пожароопасный период длится с 20 марта по 1 ноября. В этой связи для недопущения природных возгораний необходимо соблюдать ряд элементарных правил пожарной безопасности. Уважаемые жители и гости области, ДЧС Алматинской области призывает вас соблюдать правила пожарной безопасности, ведь только сообща мы можем предотвратить трагические последствия возгораний.